Леонид Константинович. Алло, Леонид Константинович, Да-да. вы тут? Ага, у вас камера задняя работает. Найдите такой значок стрелочки по кругу, чтобы перевернуть камеру. Он, скорее всего, над вами находится. Вот, отлично. Устанавливается удобно камера. Сегодня у нас тема близорукости у детей. Я напомню всем нашим зрителям, что любые материалы мы высылаем по запросу в Директ, путеводители, любые ссылки на все материалы, о которых говорит Леонид Константинович, мы отправим вам в Директ, если вам это будет необходимо. А также напоминаю о том, что у нас есть крутой YouTube-канал, на котором огромное количество информации, а именно видеоролики Леонида Константиновича очень познавательные и очень нужные для каждого из нас. Я думаю, мы начнем, Леонид Константинович. Сегодня такая важная тема, потому что начался учебный год, и, конечно, кого затронет первыми вопрос близорукости, это родителей детей. Давайте сначала с чего начнем? Что такое близорукость, простыми словами? Как вы умеете? Ну, великое искусство – это просто доходчиво рассказать без научных терминов. Поэтому такую систему я применил в Ютубе, где около 700 роликов. Это впервые такое в Европе, когда один врач столько сделал, чтобы понятно было всем, любой аудитории, студенты, врачи, не медицинские работники. А кроме этого, на сайте на нашем Демский.орг рубрика «Домашний университет доктора Демского». Там около 170 уроков, очень интересных уроков я их веду, поэтому, пожалуйста, приглашаю неоднократно прочесть, особенно у кого есть эта проблема с близорукостью. Это не заболевание, как некоторые, нет, это проблема, это отклонение от нормы. Мы миллион раз говорили по этому поводу, что это такое. Это самая распространенная проблема в офтальмологии. Она у детишек чаще всего. Потом детишки становятся, как правило, взрослыми, а близорукость остается. Но это не значит, что одинаковые должны быть подходы при коррекции лечении близорукости у ребенка и у взрослого. Мы говорим, лечение, правильно это или нет. Во многих странах считают, что лучше сказать коррекция. Но коррекция не просто очками, а именно конкретно смысл состоит в том, чтобы определить, что надо делать. Угу. Поэтому, когда мы говорим о близорукости, прежде всего надо представить глаз, вот он глазик, и когда он удлиняется вот так, становится эллипсовидный, как яйцо. Это и есть прогрессирование близорукости, когда ребенок плохо видит. Это так, упрощенно. То есть это вытягивание глаза. Хорошо. Самый главный вопрос, который будет касаться вот родитель такой. Что же делать? Что провоцирует это самое развитие близорукости? Какие факторы? На что надо обратить внимание в первую очередь? Ну, во-первых, самый главный ориентир – это острота зрения. Поэтому, вот я был полгода в Японии. Японцы молодцы. Они в основном все тесты дома, для дома. Чтобы уже дома было можно определить, какая проблемка. Поэтому всех приглашаю, кто смотрит нас, или в медтехнику и купить обычную таблицу для определения остроты зрения. Либо для маленьких она есть, и для взрослых. Если же нет, зайдите в поисковик в интернете, найдите, скачайте, повесьте на стене, и все члены семьи теперь могут определить, какая острота зрения и у ребеночка, и у взрослого, и у пожилого человека, и у бабушек и дедушек. Все очень просто, поэтому начинать надо с определения остроты зрения, а уж у ребенка в первую очередь. И проверять хотя бы раз в неделю. Проверил, подошел, закрыл глазик, посмотрел, другой глазик, все, и четко определил. Это тот момент, когда упускают все, практически 90% людей.
Запомните этот процент, 90%. И когда уже ребенок плохо видит, вот тогда идут к врачу. И то не сразу. И это беда. Поэтому первое, что нужно, дома повесить табличку, все очень просто, и делать так, как в Японии. Все максимально определять, если есть какая-то проблема, дома. Проблемы нет. Не надо вести ребенка к врачу, если он не жалуется. Заболевания нет, воспаления нет. А уж остроту зрения, большого ума не надо проверить дома. Это с чего надо начинать. Ну, а если уже снизилось зрение, то никакими народными средствами, прямо к врачу. Врач определит степень близорукости. Она может, допустим, быть не одна диоптрия, или две диоптрии, или минус четыре диоптрии и так далее. То есть в зависимости от того, легкая степень, начальная, так называемая, или средняя степень близорукости, или высокая степень близорукости. Это делает врач. А вот что он потом делает или не делает, это отдельный вопрос. Именно поэтому, поскольку огромное количество вопросов идет ко мне, и мы каждый день отвечаем на них, именно поэтому мы и создали вот этот университет, домашний университет доктора Демского, где я как раз говорю, что надо делать подробнейшим образом. Ну, а сейчас я готова ответить на ваши вопросы дальше. Ну, я изначально вот вас спросила, какие факторы способствуют развитию близорукости у детей. Вот мы берем обычного среднестатистического школьника, первоклашку. Он пришел, вот он, проходили в больницу до школы, все было хорошо, заканчивает первый класс. Здравствуй, близорукость. Начальные стадии, предположим. Что, в чем может быть причина? Почему началось развитие? Причин очень много. Ну, хотя бы. Только не всегда четко определяют эту причину и не обращают внимания на это. Первое. Ослабленный организм. Если слабый организм, то любая болячка навешивается на него. В том числе не выдерживают глаза нагрузки в школе и с мобильниками, и начинает вытягиваться глаз. Это если ослаблен организм. Второе – это хронические инфекции. Хронический тонзиллит, например, или гайморит, или тот же самый гастрит и так далее. То есть все, что ослабляет организм. Значит, первое – это слабость. Второе – это конкретно внутренняя какая-то проблема. Она, эта проблема, отражается на глазике. И глаз из нормального состояния переходит в болезненное состояние, как мы говорим. Поэтому это вторая причина. Третья причина – это сидеть вот так с мобильником все время часами или с айпадом, держа на очень маленьком расстоянии. Это прямой путь к развитию близорукости. Вообще, чтобы вы знали, огромное количество прецизионных работ, так называемых, с развитием техники, развитием человечества – очень много сейчас появляется той работы, огромное количество, где требуется колоссальная затрата энергии глаза. То есть это работа на близком расстоянии. И если не выдерживать расстояние, а мы говорить должны, расстояние должно быть 33 сантиметра от глаза до текста, до мобильника, до айпада. Если больше, лучше, меньше нельзя. Это вторая, третья, четвертая, пятая. Их много причин. Мы сейчас не будем перечитать, просто это очередная причина, когда лежат на диване днями, совершенно верно, а потом еще и под одеялом, когда мама с папой говорят так, спать, а мы не хотим спать, а мы залезем под одеяло, включаем там мобильник, и на мобильнике нагружаем глазки. Все эти штучки, дрючки я хорошо знаю. Поэтому в данном случае одна из причин – это избыточная нагрузка вблизи, для работы вблизи. Дальше. Это что касается, что является причиной. Наследственность. Папа с мамой, например, если имеют близорукость, то вероятность того, что близорукость у ребенка очень большая. Поэтому это вот основные дальше причины какие. Низкая освещенность. Вот мы неоднократно говорили по этому поводу.
Поэтому надо, чтобы освещенность была достаточная. Иногда задают вопрос, а какой лучше свет? Искусственный? Да, это у нас вопрос, кстати. Да, много вопросов по этому поводу. Искусственный, естественный, лампа накаливания или ледовские светильники. Ответ такой. Самое страшное, когда вообще мало света, и неважно какой. Потому что, когда мы делаем умный вид, мы, я имею в виду врачи, говорим, не-не-не, лучше естественный. Нет-нет-нет, лучше искусственный. Самое важное, врач должен сказать, неважно какой, самое главное, что беда состоит в том, что большей частью света вообще недостаточно. Поэтому, когда у нас ребенок сидит за столом, и лампа обязательно должна быть слева, ну, если он правша, слева лампа, не освещать ни в коем случае, чтобы не освещала глазки, ни в коем случае, осветила только на текст, на руки, но при этом, чтобы обязательно был включен общий свет в квартире, в комнате. Это обязательное требование, чтобы в темноте он не сидел, чтобы не было большого контраста, когда он посмотрел на книжку, а потом посмотрел на стенку, а там темно или полутемно. Вот этих полутонов быть не должно. Это что нужно учесть. Это причины. Я бы мог еще много причин говорить, называть. Но тем не менее, вот я вам назвал основные. Дальше еще одна из причин – это мы не любим физически работать. Мы не любим спорт. Мы валяемся днями, неделями, месяцами, годами и постепенно покидаем этот мир, пребывая больше на диване. Поэтому я как-то в своей передаче говорил, бабушки, дедушки, хватит валяться, встать и быстро бежать. И это так. Но это касается и детишек. Нужно обязательно физически работать. Сколько? Полчаса до пота обязательно. Чтобы не просто вышел на балкончик, да, чтобы мама, папа сказали, допустим, заниматься физически, подергал ручками и все. Галочку поставил? Отлично. Нет, полчаса до пота. Ну, кто занимается, допустим, футболом, это понятно. Кто занимается танцами, это понятно, там достаточно физической нагрузки. А если что, можно купить тренажер, если вы в квартире. Можно бегать вокруг дома. И вообще, если есть возможность не только вокруг дома, а дальше, в лес, там, вдоль реки и так далее, и так далее. Ну, я детализирую. Значит, самое важное, чтобы дома была четко поставлена программа, что надо делать. Ребенок должен быть здоров. Без спорта ни в коем случае ребенок не может быть здоров. Только при наличии физической нагрузки. Это правило. Это правило неукоснительно должно выполняться, да, потому что на первое место, когда говорят, нет, а вот есть таблетки, есть капли. Друзья мои, на первое место спорт. Я напомню нашим зрителям о том, что вы уже сейчас можете писать свои вопросы, и мы по мере их поступления будем отвечать на них обязательно. И следующий вопрос такой, Леонид Константинович, профилактика. Что должны делать в школе? Вот есть же всякие там физминутки, обычно для первоклашек проводят физминутки какие-то. Что еще должно быть в школе, чтобы все-таки постараться подальше отодвинуть этот недуг? В 2000 году мы провели очень большую работу по определению режима зрительного в школах. И это ужасно. Экономия электроэнергии на светильниках приводит к тому, что нагружаются глаза и развивается близорукость. Угу. Это первое. Я говорю медленно, чтобы запоминали, как студентам. Поэтому первое в школе, чтобы было достаточное освещение. Чтобы никогда никто из директоров, а это было у нас в Керчи, я помню, это было в Феодосии, да, а у нас мы экономим электроэнергию. Это на чем вы экономите? На здоровье ребенка? Поэтому этого быть не должно. Поэтому первое, каждый родитель должен требовать от педагога, чтобы достаточная была освещенность. Если недостаточное, родители могут вообще не приводить ребенка в школу и обосновать. Вот когда у вас будут
данные санитарные выдерживать, а тогда я приведу ребенка в школу. Мы это делали, эксперименты, великолепно работают. Понятно, что нас не взлюбили некоторые школы, это понятно. Ну, мы не колбаса, что нас любить или не любить. Мы пришли и сказали, здесь нарушены все санитарные правила, все требования. Поэтому первое, вы, Наташенька, задали вопрос, что делать. Первое, нормализовать освещение. Второе, перемена. Если перемена, все должны выскочить из класса, чтобы никто не оставался. Что получается очень часто? Что остаются некоторые школьники, и преподаватель им на перемене что-то рассказывает. Двойку надо преподавателю сразу. Поэтому первое, чтобы в секунду не было ни одного человека в классе. В секунду. И бегать, бегать, бегать. То есть физически бегать. Раньше была книга Бурса Помяловского. Очень хорошая книга. Посмотрите, найдите. Это было в царское время еще. И вот педагоги в гимназиях, правило у них было такое. Перемена. Все выбегают и носились, носились, носились. И никто не, как иногда бывает в школе, кто-то записывает из школьников, если кто-то побежал. Вот ну, это да, очень паскудно, да. Это паскудно, это мерзко. И вот это неловкое положение школьника, который сексота, шестера, будет закладывать, кто побежал. Надо, чтобы все бегали. А вот у меня как-то говорит какой-то, не помню, директор какой-то школы, а вот они разобьют телевизор. Ну и ладно, ладно. А на первое место телевизор или здоровье ребенка? Наверное, здоровье ребенка. Поэтому почитайте Бурса Помяловского. Значит, там стояли не шестеры гимназисты, а педагоги ходили по коридору, улыбались, и только единственное замечание делали, если разбежавшийся гимназист не влетел прямо в живот ему, не ударил. И то он с улыбкой делал замечание. Все остальное в движении. Поэтому вы задали вопрос, что делать в школе? Первое, не ограничивать движение, чтобы перемена была переменой, и потом запыхавшиеся, они войдут в класс, а некоторые педагоги говорят, но они же потом будут запыхивать, пока придут в себя. Придут в себя, не беспокойтесь, я как врач говорю. Поэтому я никогда не советую, я никогда не рекомендую, мой принцип, я приказываю. Поэтому директорам мы приказывали сделать. И одного директора сняли, это в Керчи было, с должности, добились этого. Но помогли, конечно, родители. Когда родители узнали, что вправе ребенок, родители могут вправе не приводить ребенка, если где-то, где-то не сохраняется требование санитарии. А это закон. Но этого никто не знает, а надо знать. Хорошо. Если мы поговорили про профилактику в школе, то дома. Что нужно делать родителям дома? А вот дома – это отдельная тема. Поэтому первое, я приглашаю всех к путеводителю, который я сделал впервые в Европе. Путеводитель называется «Как лечить близорукость без ошибок». Потому что огромное количество ошибок врачебных. Подчеркиваю, не ошибся в словах. Врачебных ошибок. И ошибок родителей в том числе. Но мы сейчас говорим о врачебных ошибках. Поэтому в данном случае путеводители, вы можете его на нашем сайте найти, а по запросу отправим прямую ссылку. И вот там конкретно, впервые в Европе, мною четко описано, что надо делать и что не надо делать. Вот это очень важно. Потому что очень много источников есть, очень много мнений, очень много докторов. И каждый считает, что он прав. Поэтому я изучил, большой объем работы провел в Москве с учеными. Точно так же взял на вооружение научные работы Одесского института имени Филатова, Московского института глазных болезней Гельмгольца,
суммировал. И огромную работу мы провели, огромную. Это еще был Советский Союз. Угу. Да, поэтому на основании этого можно прямо сказать, что сделана большая работа, и здесь я говорю о врачебных ошибках. Какие? Это отдельный вопрос. Поэтому вы задали вопрос, с чего начинать? Первое. Попасть, конечно, к грамотному доктору. Это везение. То есть найти грамотного доктора. Доктора, они делятся на полуграмотных, безграмотных и грамотных. Ну, понятно, что грамотному надо. Путеводители все описано. Первое – это приобрести корректор осанки. Корректор осанки нужно или в медтехнике, но лучше в ортопедическом салоне. Корректор осанки для того, чтобы ребенок научился сидеть ровно, чтобы привычку выработать. Поэтому корректор осанки одевается только, когда ребенок читает и пишет, и только дома. И делается только на час. Запомните все, кто слышит меня. Корректор одевается только на час, не более. Угу. Корректор осанки позволяет тогда родителям не следить, как он крючком или нет, а корректор осанки заставляет вместо родителей сам обеспечить правильную посадку. На поясочке вот так одели, только не путайте не корсет, а корректор осанки. В японцы все дети сидят с корректором осанки. Ну там жестче. Там, значит, просто дощечкой, просто не может никак согнуться. Правильно, молодцы. Вот, корректор осанки – это прежде всего. С этого начинать. Самое простое. Здесь не нужно думать, здесь не надо никаких таблеток, капель. Просто взять. Причем это обязательно. И чтобы не получилось так, как иногда бывает в жизни, мне очень многие. Ленька Сеевич, а мы следим. Следить не надо. Вы никогда не уследите. Потому что если, например, у мамы там подгорают какие-то котлеты, мама в это время побежит на кухню, и она уже в это время не следит. А папе до электрической лампочки, допустим, он занят компьютером или сидит газету читает. Поэтому вы не уследите, поэтому надо обязательно купить корректор осанки и одевать на один час ребенку. Понятно, да? И чтобы не получилось так, ой, я сегодня не одел, потому что сегодня бабушка приехала, а завтра я не одену, потому что будет день рождения кошки. Никаких отмазок. Это обязательное требование. Второе. Я уже сказал в отношении спорта. Несмотря на то, что дождь, снег, солнце, тучи, обязательно полчаса на улице, обязательно. Потому что очень многие бегут, особенно это пятерошники. Вот они мне очень нравятся. Да, они все нарушают, где только можно, чаще. Вот он идет из школы, прилетает и садится опять за уроки, потому что надо на следующий день пятерку принести. А пятерка за счет здоровья. Хорошая пятерка? Нет, паскудная пятерка. Поэтому первое, нужно думать о здоровье. Обязательно полчаса, как я говорил, физически до пота. И опять же, чтобы не было причин, еще раз говорю, день рождения кошки, бабушка приехала, дальше что? Тучи? Нет, неважно. Вперед из песни, бегом и с радостью. Вдоль mm-hmm. дорожек, везде бегать, бегать и бегать. Mm-hmm. Mm-hmm. Это что касается, с чего начинать. Обязательно родители должны определить график. График занятий. Чтобы не получилось так. Пришел из школы и до 11 часов занимается с уроками. Вот этого делать нельзя. Быстро сделал, причем надо быстро делать. И все. И от винта. И уходи. Все. Хватит сидеть над книжками. Надо уметь быстро. Но для этого родители должны потрудиться. Очень просто сделать ребенка. Большого ума не надо. А вот вести по жизни, помогать ему, а вот это труд. Но мне иногда не хочется. И чаще всего родителям не хочется заниматься. Вот он сидит хорошо, мозги не компенсирует. Покой соблюдает, родитель отдыхает. Совершенно родитель отдыхает, вместо того, чтобы того следить и работать с ребенком, работать обязательно. Что касается очковой коррекции, это отдельная тема. Вы увидите очень много уроков, да, где у меня на домашнем университете
доктора Демского и в роликах в Ютубе, когда это уже врачебная ошибка, сразу говорю, назначают очки одни для Дали, и в них же он читает и пишет. Пишет сплошь и рядом, у меня сотни идут ежедневно, очень много обращений к нам. А вот нам назначили очки и пишут для постоянного ношения, друзья мои. Ни в коем случае нельзя очки для Дали использовать при работе вблизи. Это категорически недопустимо. Это грубейшая врачебная ошибка и не только в Украине, и не только в России, и не только в Казахстане, вообще не только. Понятно, да? Поэтому я подробнейшим образом на моделях показал, как ученый, как аналитик, показал, почему вредны будут тогда очки, и они будут подстегивать прогрессирование, если их использовать при работе вблизи. Вопрос, а какие? А это вопрос уже отдельный. Это вопрос, где я подробнейшим образом рассказываю о каждой конструкции очков. Ну, например, во-первых, первое правило, запомните все, это самое важное. Очки для дали нельзя использовать для близи. Поэтому есть очки прогрессивы, где адидация, так называемая, то есть разница по силе линзы, верх и низ, верхняя часть очков имеет одну силу, а вторая на 1,5 диоптрии меньше обязательно, называется адидация. И когда мне говорят, а вот наш доктор, не согласен, а мне как-то все равно, согласен или нет. Значит, пусть следит за научными выводами ученых и не делает очень умный вид, не имея медицинского образования. Поэтому в данном случае я почему показываю, какие надо очки. Прогрессивы. Раз, второе. Бифокальные сферопризматические очки. БСПО. Там находятся призмочки. Смотрите, что. Значит, у нас, когда мы вот так сводим глазки, вот так, мы читаем и сканируем всю жизнь на этом свете. Понятно, да? Это не значит, что мы вот так смотрим. Мы вот так смотрим. И на сведение зрительных осей уходит много энергии. Это называется конвергенция. И для того, чтобы этого не было, ученые предложили призмы. В Советском Союзе это был Юрий Александрович Утехин, известнейший ученый оптик. Призмочки. И тогда человек смотрит не вот так, а чуть-чуть только сводит. А все остальное делает оптика. Потому что две призмочки там внизу. Гениально. Надо знать физику. А врачи-то физику не знают. Хотя их учат в университетах. Поэтому в данном случае бифокальные сфероплизматические очки не знают и не назначают. Это следующая врачебная ошибка. Так вот, французская фирма Essilor, я в медицинском совете там, значит, Essilor, они выпускают очки Myopelux Plus и Myopelux Max. Myopelux Plus – это прогрессивы, где вот эта адидация. А Myopelux Max – это бифокальные сферопризматические очки БСПО, которые выпускались в Советском Союзе массово, миллионами. Но кроме этого, я же говорю, что я случайно узнал, что вдруг французская фирма, известная на всей планете, начала выпускать очки ПСПО. Вот эти Myopelux Max. Специально несколько раз говорю. Но на фоне этого они начали выпускать очки, которые называются Stellest. Хочу обратить внимание всех. Я уже по этому поводу говорил. Это очки, которые неэффективны. Это делает эта же фирма, но там адидации нет. Там нету разницы даль-близь. Там другое. Там тысячи маленьких линзочек асферика, но это они не выполняют свою функцию. Хотя им приписывает остановка прогрессирования, но это приписывают те врачи и ученые, которые не понимают и не знают. Там так называемый периферический дефокус и так далее, и так далее. Поэтому это то, что не надо. Точно так же, как и не нужны перифокальные очки. Это те очки, которые тоже стоят немало. А, кстати, Stellest стоит гигантских денег, очень. Но они без
То есть это хорошая конфетка в упаковке, а на самом деле это коммерция, да, к сожалению. Они красивые, великолепные, но они не выполняют функцию. Поэтому в данном случае, как ученый говорю, это неэффективно. Если бы Юрий Захарович Розенблюм, это известнейший ученый, профессор, его, к сожалению, нет уже, Московского института глазных болезней Мегенгольца, известный на весь мир, если бы он взял бы в руки стелест, он бы просто их выкинул. Потому что он прекрасно понимает, и мы с ним работали вместе, это было много лет тому назад, с Эдуардом Сергеевичем Аветисовым, это главный специалист был по близорукости в СССР, была такая страна. И вот как раз мы с ними работали, я с ними работал. Ну, я, собственно, был молодой ученый тогда, а это были корифеи такие. Ну вот, поэтому это что нужно, это очки. Леонид Константинович, а у нас вот спрашивают, мое пилюкс макс надо или плюс? Какие надо? Ну, вообще лучше макс. Что такое макс? Это бифокальные сфероризматические. Мое пилюкс плюс – это прогрессивы. Это очки, в которых, я говорю, разница даль, блесь, разница в 1,5 диоптрии. Это плюс. А макс – это еще и призмы здесь есть внизу. Призмы – это гениальное создание. Просто гениальное. В общем, в идеале Myopilux Max, да? Myopilux Max. Ну, это идеально. Но, по крайней мере, ну, их тяжело, они очень дорогие. В любом случае дорогие. Но если уже и трудно найти Max, но, по крайней мере, наши отечественные в Украине, в России, в Казахстане, в любой оптике есть очки прогрессивы. Чтобы не говорили, а вот их нет. Нет в лесу, там их нет. В горах их нет. А в городах это есть, в оптиках, прогрессивы. Чтобы все запомнили, очки прогрессивы должны быть, и только они должны быть обязательно у любого школьника. На улице он может ходить или без очков, или в очках для дали. А если он сидит в школе, он в очках в этих. Мне говорят, и мама с папой, допустим, пришли как-то недавно, папа с мамой миопы, оба близоруких, да. А вот вы знаете что? А зачем нам, например, иметь эти очки? Он же может, например, в очках для дали посмотреть, например, вот так снимает и пишет, а потом вот так на доску, потом опять пишет. Мы по этому поводу я ролика, два ролика сделал. Вроде бы действительно, а зачем для близи? Но ни один школьник вот так не снимал. Поэтому я родителям поставил 2 двойки, папе и маме. И чтобы попросил их посмотреть детально ролик. Посмотрели, боже, мы не знали об этом. И рассмотрите. Угу. Леонид Константинович, вот задают еще. А ребенку 13 лет подойдут Myopilux Max, наверное. И также дополнительно пишут, что наш офтальмолог категорически отрицает прогрессивы для 12 лет. Значит, если у офтальмолога мало знаний, то это беда клиента, ну, в данном случае пациента. Значит, независимо от того, 10, 12, 13, 15, адидасы должны быть обязательно. Мнение моих коллег меня мало интересует. Их должно интересовать мнение профессора, есть правило такое. Я не просто это говорю, я на моделях показываю. И это не моя точка зрения. Да, я, конечно, как системщик, аналитик, как врач, как ученый, понимаю всю проблему. Но именно я нацеливаю врачей. Не делайте глупостей. И прогрессивы надо немедленно 13-летнему мальчику или девочке. Без разговоров, причем без разговоров. Уважаемые зрители, вы можете писать наш вопрос, ваши вопросы, и пока вы пишете, Леонид Константинович, а скажите, вот линзы ночного ношения, со скольки лет допустимо их применять, и вообще, насколько они целесообразны, можно ли их использовать, нужно или нет? Это вопрос второй, можно ли? Сейчас, секундочку.
Напоминаю, какие материалы мы можем выслать вам в директ, если вы нам напишете ссылки на сайт, на YouTube, на любые источники, мы все вам сообщим. Итак, я посвятил два ролика использованию контактных линз ночного ношения. У меня всегда такой вопрос, когда я лекции. Как вы думаете, как выйдет близорукая девушка или мужчина выйдет в балете на сцену? Вы видели когда-нибудь, чтобы выскакивала, танцуя, исполняя «Лебединое озеро» в очках? Угу. Никогда, правильно? Нет. Да. А если очки не одеть, будет она видеть? Нет, не всегда. Можно, как и футболистам, как и совершенно любому спортсмену. Верно. Мне скажут, а контактные линзочки обычные дневного ношения? Угу. А давайте подумаем. Оказывается, футболисты, как вы упомянули, хоккеисты, значит, кто в балете, пыль и пот мгновенно делают глаза красными. И немедленно со сцены убежала бы балерина мгновенно, точно так же, как не смог бы ни хоккеист, ни футболист. Поэтому мечта всех была сделать такое, что хотя бы на сутки, на двое можно было хорошо видеть и без очков, и без контактных линз дневного ношения. И вот сделали такие линзы, великолепные, прекрасные. Одеваем контактные линзы ночного ношения на ночь. Утром встает, прекрасно видит, без всяких очков и без контактных линз. Угу. Понятно, это именно на ночь. Значит, за ночь роговичка, она приобретает геометрию внутренней части контактной линзы. Угу. То есть она сохраняет форму внутренней части контактной линзы ночного ношения. Это хватает на сутки, на двое. Но этой контактной линзе приписывают чудодейственные свойства лечения близорукости. И я всегда говорю это студентам, задаю вопрос врачам. Как вы думаете, в данном случае, могут они обладать лечебными свойствами? Конечно же, нет. Поэтому, вне зависимости от того, контактные линзы ночного ношения или дневного ношения, обязательно нужно тренировать внутриглазную мышцу аккомодационную с помощью тренажеров. И мы подходим как раз к активному моменту уже физиологическому лечению глаза. Лечению, то есть тренировки внутриглазной мышцы, аккомодационной. А ее тренировать надо ежедневно. Поэтому если просто одеть контактную линзу и сказать «О!», а нам сказали, что это останавливает прогрессирование. Mm-hmm. Это никогда ни у кого не может остановить прогрессирование. Поэтому в данном случае необходимы активные действия. Это тренажер, аккомодотренер с фузиотренером или аппарат-тренажер «Ручеек». Запомните это. Либо ручеек, это универсальный аппарат, тем более мы его сделали с оптикой дополнительной, которая позволяет очень многие вещи решать в отношении тренинга глаза, тренировки. Это ручеек. Либо аккомодотренер с фузиотренером. Подробнейшим образом мы все это показали на сайте, показали в роликах, и это не является элементом рекламы. Потому что речь идет сейчас о помощи детям. Поэтому здесь я говорю, что надо делать. Угу. Спасибо. Вот написали про то, что почему офтальмолог отрицает прогрессивы. Из-за того, что... Сейчас, одну секунду. Объясняет тем, что... то у детей аккомодация другая, нежели у взрослых? Ответ. Внимательно слушайте, что я сейчас скажу. Давайте рассмотрим процесс, который происходит, когда вы устремляете взор сдали на близь.
в этот момент, в тысячные доли секунды, фокус книжки уходит за сетчатку. Я говорю медленно, потому что на основе законов офтальмокибернетики Аветисов с Розенблюмом детальнейшим образом это описали. Значит, как только мы подносим близко, близко подносим предмет, сразу тут же этот предмет уходит за сетчатку, за глаз, образно говоря. Вот сетчаточка. Кошка, книжка, дерево должно четко ложиться на сетчатку, а потом передаваться в мозг. Если мы смотрим вдаль, расслаблена аккомодационная мышца, все это показано на моделях, но когда вблизи, кошка или тетрадь выходит за сетчатку. И для того, чтобы посадить на сетчатку, срабатывает внутриглазная мышца, а на это идет расход энергии. Именно поэтому нагружается внутриглазная мышца, еще раз подчеркиваю, нагружается, возникает спазм аккомодации, и это ведет непосредственно к прогрессированию. Детальнейшим образом доктору нужно познакомиться с работой, великолепнейшая работа, офтальмокибернетика. Офтальмокибернетика. Доктор, конечно, этого не знает, поэтому он так говорит. Конечно, при близорукости ему легче школьнику вблизи видеть. Это понятно. Но тем не менее, когда он близко приближает книжку, в любом случае срабатывает аккомодационная мышца, напрягаясь. Именно поэтому мы и говорим, что необходимо делать. Тренировать ее, чтобы она выдерживала. Это первое. Но второе. Обязательно внизу, обязательно ниже сила линзы, чем для дали. Можно ли в 12 лет носить линзы? У ребенка комплекс очков. Можно. А может, какой-то промежуток времени есть или какие-то ограничения? Нет? Ничего такого? Почему? Если контактные линзы, допустим, одевать, хорошо, только обязательно тренировать надо аккомодационную мышцу тренажерами. Спасибо. Здравствуйте. Ребенку 1.5 года прописали очки постоянного ношения. Ребенок не хочет одевать очки. Что с этим делать? Как приостановить миопию у ребенка? 1.5 года. Ну, 1.5 года – это врожденная близорукость. Врожденная близорукость – это так называемая слабая соединительная ткань. Наружная оболочка глаза у близорукого человека, вот она, наружная оболочка, она, так называемая склера, она состоит из соединительной ткани. А там, как арматура в железобетоне, там коллагеновые волокна. Слабость соединительной ткани является причиной прогрессирования близорукости. Это так называемый синдром слабости соединительной ткани или коллагенопатии, или дисплазия соединительной ткани. Поэтому у большинства, у многих, вернее, не большинства, но у многих, допустим, когда мы видим среднюю степень близорукости, а тем более высокая, наверняка нарушение осанки или сколиоз, лордоз, кифоз, то есть деформация позвоночника. Понятно, да? Вот. Плоскостопие. Опускаются внутренние органы опущения. И это есть. Это все говорит о слабости соединительной ткани. Поэтому это общая проблема. И она должна решаться, конечно, совместно с педиатром. Это проблема, подчеркиваю, не офтальмологическая в основном, а это проблема общая. А что такое тогда близорукость? А это так называемый фенотипический признак. Признак общей проблемы. Не путайте, это не только проблема глаза, это проблема общая. Поэтому, когда у ребеночка в 1.5 года близорукость, это на первое место должен нацелен быть глаз кого? Правильно, педиатра. Педиатр,
Вот что. И это уже проблема соматическая, это общая проблема организма. Надо укреплять соединительную ткань. Здесь надо очень много знать по этому поводу. А что касается очков, надо посмотреть. Иногда бывает так, выписывают очки за ненадобностью. Например, скажем, если малая степень астигматизма, то не нужны очки. Мне говорят, как, Леонид Васильевич? Не как же ж так? Обязательно. Это же астигматизм. Я говорю, возьмите оптометрию Розенблюма, и там сказано, что у ребенка до 0,75 диоптрии степень астигматизма не требует цилиндрической оптики. А мы, говорит, не знали. Я говорю, знаете, вы же офтальмологи, знаете. Поэтому те вещи, которые просто надо знать. Наташенька, вы задали вопрос сейчас, еще раз повторите. По поводу полуторалетнего ребенка, что да. Если не хочет одевать очки, что делать и как приостановить миопию? Ну, во-первых, надо посмотреть, в какой степени близорукое состояние глаза. Угу. Полтора года уже можно посмотреть глазное дно. Поэтому, пожалуйста, пусть пришлют на нашу почту выписку от офтальмолога, и можно будет порекомендовать при онлайн-консультации. Я все объясню. А еще подскажите, спрашивают, ручеек нужно делать в очках или без очков, если уже плохое зрение? Очень хороший вопрос. Значит, если наложимент ручейка, положили голову и видите самый крайний тест, который загорается без очков, значит, без очков. Угу. Если вы не видите, то в очках. Угу. Спасибо. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Так, ну, вроде бы все. Кое-что еще не задали вопрос, я уже знаю. Какой? А вот пока не вопрос. А вот вопрос. Женщина из Харькова ко мне обратилась, и подобных вопросов миллионы. Угу. Нам назначили капли. Это вот из Новосибирска тоже. Назначили капли. Назначили эрифрин капать. Назначили, то есть три, некоторые назначают два вида капель, некоторые три вида капель. И вот капают. И бедный ребенок сидит на каплях. Нормально это или нет? Поэтому в своем путеводителе я показал, что никакие капли не помогают. Никакие. Раньше капали атропин. Но это по незнанию было такое. Эрифрин, он не помогает. Он хорошо помогает защитникам диссертации. Это замечательно. Mm-hmm. Все, что касается лечения близорукости, введения близорукости, или будем говорить, коррекции, это нужно делать без капель. Подчеркиваю, без капель. Тут какие только капли ко мне обращаются, к нам обращаются с предложениями. То ли, допустим, капать мочу, то ли значит, дождевую воду, потом последний день, пасхальный день, значит, воду брать и так далее. Но чего только не говорят, поэтому ничего капать не следует. Это в отношении капелек. Можно и полезно ли делать тренажер взрослому с миопией? Или это уже бесполезно? Сколько минут в день делать ручеек? Хороший очень вопрос. Тренировать аккомодацию надо всю жизнь. Точно так же, как тренировать надо мышцы рук и ног. Я уже сказал, пожилым нечего валяться по диванам, а ходить надо, бегать ходить, точно так же и ребенку. Точно так же и средний возраст, особенно средний возраст молодой, который работает с компьютером. Потому что тот, кто работает с компьютером, обращаю внимание, делаю паузу. Приготовьтесь, компьютерщики, а это миллионы людей. Значит, есть так называемая компьютерная эргономика. Это наука, как себя вести с компьютером. Если неправильно вести, развивается компьютерный зрительный синдром, КЗС. Очень подробно я все это показал на своем сайте. И там, если кто занимается, бывают глазные симптомы и зрительные симптомы. Их очень много. Практически, если я возьму любого компьютерщика,
который работает 8 часов в день, и вечером посмотрю, я найду обязательно симптомы этого КЗС, компьютерного зрительного синдрома. Обязательно причем. Это может быть ощущение народного тела, запыленность, это покраснение глаз и так далее, и так далее. Это, наконец, снижение остроты зрения, это зрительные симптомы. Не путайте глазные и зрительные. Там, наверное, по количеству 20 таких и 20 таких. Вдумайте, 40 жалоб может быть. Это все, кто пользуется компьютером. Вот поэтому здесь надо тренировать аккомодационную мышцу вместе с конвергенцией. Тренировать всем. И в 20, и в 30, и в 40, и в 50 лет. И вот я хочу обратить внимание опять на то, как ведут себя японцы в метро. Сидят в метро с газетами или с мобильником. И вот так, смотрите, берет, например, газету. Это интересно. Вот. И вот так. Он читает газету, потому что он хочет видеть хорошо. Он думает о себе. Точно так же мобильник и с мобильничком. Мне это понравилось. То есть они не забывают. И пожилые все так. И еще маленькая деталь. Очень интересная работа, которую сделали ученые по поводу тренировки внутриглазной мышцы. Это так называемая разработка функции мышцы. А кроме этого, когда она ходит вот так, она улучшает кровообращение. Врачи этому не знали. Я говорю, вы знаете, что любая мышца, когда человек работает, ходит, бегает, улучшает кровообращение. Причем кровообращение увеличивается в 8 раз. Так дайте же лучше крови глазу. Глаз устал. И вообще запомните, все болезни глаза в основном из-за недостатка крови. Страдает кровоснабжение. Это так называемая макулодистрофия. Это дистрофические процессы самой сетчатки из-за того, что не хватает ей крови. Но пока есть молодые, пока средние, не работайте на макулодистрофию. Это ужасно. На своем сайте показал, что надо делать. Но это уже удел в основном пожилых. Мы сейчас говорим о детях, подростках. Привет из Нидерландов нам тут передавали. Спасибо. Ручейка достаточно для тренировки или надо комплекс тренажеров? Значит, смотрите, тренажеров существует огромное количество. Ну, как огромное? Ну, по-моему, у нас 18 или 20 тренажеров разных. Это при косоглазии, при двоении. Очень интересные работы, которые мы делаем. Потому что мы это делаем впервые в Европе на таком уровне. С применением призм и так далее. Двоение. Поэтому все то, что современное, все мы применяем. Поэтому здесь по тренажерам. Основные тренажеры, это я уже сказал, ручеек, аккомодотренер. Но хочу обратить ваше внимание. Вы задали очень хороший вопрос. Если, говорю медленно, кроме близорукости, есть еще так называемая амблиопия, когда никакие линзы не дают, линзы очковые я имею в виду, никакие не дают возможности видеть 100%, а, допустим, человек видит без очков, например, 10%, а в очках максимально можем поднять только до 60%, то оставшиеся 40% до 100% приходится на амблиопию. И вот тогда уже нужно еще дополнительный тренажер. Понятно, да? Это, например, амблиопанорама, это КЭМ-стимулятор, это уже по лечению амблиопии. Ну, если речь о близорукости, то достаточно того же ручейка, правильно? Конечно, это универсальный, это самый основной. Угу. У нас тут просто спрашивают, а что это за ручеек такой? А чтобы узнать, что это за ручеек такой, надо заглянуть на сайт такой. Такой девственный. На YouTube. Мы очень много информации размещаем. В YouTube посмотрите. Да. Прямо вживую посмотрите, как все делается. На ручейке, в частности. Но это самое основное. Написали. У нас
нас в Нидерландах в каждом офисе, там, где люди имеют сидячую работу, там в неделю два раза имеют специальные дни для физиотерапии и разных гимнастических тренажеров и зарядки. Это обязательно в офис. Что можно сказать? Это великолепно, это прекрасно. Самое важное – это именно физическое воздействие на организм. Это чтобы работали все мышцы. Это прекрасно, это замечательная сторона в этой части. Угу. Поэтому только брать пример, только брать пример. Брать нужно, простите, пожалуйста, знания получать не мягким местом, понятно, да, просиживая все время, а обязательно сочетая с физической нагрузкой, с физиотерапией. Поэтому, Наташенька, вы правильно обратили внимание, физиотерапия в том числе. Надо знать возможности физиотерапии. Надо знать. Поэтому туда же относится ручеек, это физиотерапия, аккомодотренер, это физиотерапия, и одна маленькая деталь еще. Мне задают вопрос, а достаточно ли ручейка? Ну, ручеек это основной. Но если прогрессирование при высокой степени близорукости, да и средней степени, если высоко прогрессирует, то тогда подключается электрофорез. Это отдельная тема. Поэтому вы можете то же самое запрос сделать по электрофорезу и увидите, как это делается. Мы это сделали впервые такое. Да, не мы применили, но применяют мало, потому что врачи, как правило, не знают в отношении физиотерапии в этой части. Угу. Да. Поэтому мы это показали. Создан универсальный набор такой по электрофорезу, назвали его набор Демского. Это, подчеркиваю, не с точки зрения рекламы, а это выпускает Москва, да, очень хорошие аппараты по электрофорезу в Украине. Ну, я не делаю сейчас разницы между научным потенциалом Украины и России, потенциал высокий в Украине и в России. Поэтому в данном случае не важно, в какой стране. Самое главное, доктор должен понимать возможности физиотерапии. Ну, молодцы Нидерланды, молодцы Голландия, здесь молодцы. Возможно ли остановить близорукость у ребенка? Врач говорит, что это невозможно, так как глаз до 17 лет растет и зрение будет падать. Доктор очень мало знает в этой части. Он может хорошо лечить конъюнктивит, воспаление, но понятия не имеет о самой структуре близорукости, о механизме развития, как помочь. Поэтому, наверное, Аветисов Эдуард Сергеевич, Юрий Захарович Розенблюм, да, Николай Маркович Сергеенко, это был главным офтальмологом Украины, это великолепнейшие люди, светилы в этой части. Они активно говорили, активно надо воздействовать, не наблюдать просто. Конечно, можно наблюдать за всем, да, но надо действовать сплошь и рядом. Когда ко мне обращаются с рекомендациями, по поводу рекомендаций, а вот нам сказали, наблюдение по месту жительства, сплошь и рядом, в выписках, да, отовсюду идет, из городов Украины, России, и так, неважно. Значит, доктор пишет, зрительный режим с близорукостью, например, я читаю выписки. Я маму спрашиваю, а что это такое зрительный режим? Вам сказали? Нет. Дальше, наблюдаться по месту жительства. Наблюдаться можно в бане. Наблюдаться на пляже, наблюдаться. А здесь надо действовать. Надо грамотно подходить. Поэтому доктору двойку за это ставлю. Ну, если он малограмотный. Ну, что ж тут говорить. Ну да, конечно. Очень приятно и интересно вас смотреть и слушать. Очень понятно объясняете. Спасибо вам. Да, спасибо вам за оценку. Побольше бы таких грамотных специалистов. Бездари доктора у нас. Так, в России тоже есть прекрасные и умные доктора. Да, конечно, мы с этим согласны, просто очень много ошибок допускают. И самое главное, вот скажите, Леонид Константинович, доктора очень агрессивно относятся к критике. Они ее в большей части не принимают. Ну, конечно, я знаю. Но наряду с тем, что очень много грамотных докторов, достаточный процент малограмотных. Точно так же, как малограмотные есть повара, к примеру, и борщ приготовить не такой, как, например, кадровый, классный такой повар или кок на корабле.
Поэтому в данном случае в любой специальности есть грамотные, есть неграмотные или полуграмотные. Угу. Поэтому в данном случае он может очень хорошо, доктор, лечить, допустим, делать операцию по поводу катаракты, но процесс развития близорукости он не знает. Он не знает о существовании ручейка. Он не знает, что есть такой миопилюкс плюс. Он не знает, что такое миопилюкс макс. Он не знает, что такое стеллез. Он просто не знает, потому что он не связан с этим. Он хороший. Это точно так же, когда пилот, великолепнейший пилот, он именно летает только на одном типе самолетов. Его учат для этого. И он не имеет права сесть на другой до длительного процесса обучения, понятно, и огромного количества налета часов на другом типе самолета. Точно так же и здесь. Хирург прекрасно делает операции, но лечение косоглазия он не знает. Понятно, да? Поэтому мы должны знать, с кем мы имеем дело. Доктора должны быть грамотными. Хорошо, спасибо, Леонид Константинович. Я думаю, на этом мы закончим наш эфир. Тем, кто, на чьи вопросы мы не успели ответить, вы обязательно можете написать нам в директ, и мы вышлем вам либо ответ на вопрос, либо ссылку, уже, скорее всего, у нас есть видео-ответ на ваш вопрос. Спасибо большое за наш эфир, Леонид Константинович, спасибо за вашу информацию, которую вы нам даете. И до встречи на новых эфирах. Да, я только еще добавлю. Поскольку материал пойдет в YouTube, мне в YouTube очень часто задают вопрос. Леонид Константинович, а как же так? Сапожник без сапог, а вы в очках. А почему? А вот у меня, как в Нидерландах, сегодня мы говорили, да, профилактические очки. Я много работаю с компьютером, чтобы не было компьютерного зрительного синдрома, у меня вот эти очки профилактические. Ага, значит, вы не правы? Не правы. Желаю удачи, хорошо видеть. Всех благ. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.